Строительство детского сада в селе Мутный Материк Усинского района завершат на средства ПАО «Лукойл». Это один из пунктов дополнительного соглашения нефтяников с правительством республики на 2021 год. Документом предполагается финансирование проектов в социальной инфраструктуре региона. На средства социального партнера также расширят сельскую врачебную амбулаторию в Мутном Материке. Обустроят системы водоподготовки для нужд жителей села Щельябоши. Здесь же откроют врачебную амбулаторию. Кроме того, запланирован ремонт в здании детского дома имени Католикова в городе Сыктывкаре. Будет завершен капитальный ремонт интерната кадетской школы в селе Коровьи Ручьи. В рамках допсоглашения продолжится строительство многоквартирных жилых домов в Усинске и Ухтинском поселке Ярига. Запланирована реализация ряда благотворительных акций и проектов. Добавлю, ПАО «Лукойл» с начала своей деятельности в Коми оказывает благотворительную помощь региону. В разгар пандемии прошлого года президент компании Вагит Аликперов выделил из личных средств 50 миллионов рублей на оснащение центральной районной больницы в городе Усинске. Приобретены современные аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, функциональные кровати и другое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.